На предыдущих уроках мы разобрались, каким образом с помощью Django обрабатывать HTTP-запросы, как их маршрутизовать и как генерировать ответы, в том числе с помощью шаблонизатора. Важной составляющей современных веб-приложений является хранение и обработка данных. Фактически большая часть логики, она связана не с какими-то вычислениями, а с изменением и хранением, поиском каких-либо данных. В разных веб-приложениях данные могут храниться в совершенно разных структурах. Это зависит от масштаба. Мы с вами рассматриваем веб-приложения средние, рассчитанные на сотни тысяч либо миллионы человек. В таких приложениях данные зачастую хранятся в реляционных базах данных. Теория реляционных баз данных, она, в общем-то, вполне самостоятельно хорошо развита, и по ней существует отдельный курс. Мы очень кратко посмотрим на возможности, которые предоставляют сами базы данных, и в основном будем заниматься вопросом взаимодействия с базами данных из языка Python и из фреймворка Django. Итак, какие задачи вообще решает база данных? То есть для хранения можно использовать разные способы, в том числе и файл. База данных предоставляет большое количество разного функционала и решает следующие проблемы. Первое – это структура хранения. То есть как-то не просто звучит, но данные нужно хранить в каком-то виде. Реляционная база данных определяет структуру, в виде чего хранятся данные, в частности, таблицы. База обеспечивает эффективный поиск по данным. Что это значит? То есть, помимо непосредственно хранения данных, нужно поддерживать вспомогательные таблицы, вспомогательные структуры данных, так называемый индекс, который обеспечивает быстрый поиск по большому объему данных. Зачастую объем данных превышает объем оперативной памяти, поэтому всегда есть проблема того, что поместить в оперативную память, а того, что оставить на диске. То есть база решает задачу по управлению памятью. Обеспечивает совместный доступ к данным и, как следствие из совместного доступа, при совместном доступе необходимо обеспечивать независимость, атомарность операций отдельных пользователей. Для этого в базах реализован специальный механизм, называемый транзакциями. И в конце концов, сервера баз данных предоставляют специальный язык для управления схемой и самими данными, так называемый язык SQL. Итак, мы говорили, что данные хранятся в виде таблиц. Здесь есть важная особенность. В таблицах предполагается фиксированное количество столбцов, и, что важнее, тип данных в одном столбце всегда одинаковый. Это как бы одно из основных положений реляционной алгебры. В реляционной алгебре таблицы еще называются отношениями, relation, слово relation. Ну, это вопрос терминологии. Таблица называется отношением, одна колонка называется атрибутом, а одна строка таблицы называется кортежем. Поярче выделился. Мы будем использовать такую повседневную терминологию: таблицы, строки и колонки. В колонках, соответственно, могут храниться данные различных типов. В одной колонке всегда только один тип. И плюс в реляционных базах данных есть такая вещь, как внешние ключи, foreign key. Что это такое? Смотрите, записи в разных таблицах могут ссылаться на данные в других таблицах. То есть, грубо говоря, одна таблица используется как справочник. Вот на данном слайде у нас приведено две таблицы,
в левой таблице блог пост содержатся записи некоторые посты в блоге, а в правой таблице категории этих постов. То есть правая таблица используется как некоторый справочник. Соответственно, в каждой записи из таблицы постов есть специальный идентификатор. Идентификатор категории. И мы видим, что таким образом этот идентификатор совпадает с идентификатором в таблице категорий. Таким образом у нас образуется связь между постами и категориями. Эта связь позволяет вам не дублировать данные. То есть, в принципе, можно было бы с каждым постом хранить список его категорий. Но это как бы избыточный способ хранения. Если мы разделяем на две таблицы, избыточность исчезает. Внешние ключи – это специальные ограничения в базе данных, которые не позволяют вам занести несоответствующие данные. Допустим, у нас есть всего 4 категории. Если построен внешний ключ между category ID и идентификатором в категориях, то у нас не получится, например, вот здесь разместить число 5. Это будет сочтено ошибкой. Вот так представляется, так выглядит моделирование базы данных на, так скажем, на пальцах. Тем не менее, база, сами сервера баз данных, язык SQL не навязывает каких-либо решений по моделированию самих данных. То есть вполне была возможность разместить все данные в одной таблице, то есть у каждого поста указывать категорию. По каким правилам нужно разделять данные вашего приложения, то есть все так называемую модель данных, по разным таблицам, по разным отношениям. Существует формальная теория, заключающаяся в наборе нормальных форм, так называемые нормальные формы. Эти нормальные формы, они либо выполняются для базы данных, либо нет. То есть это набор правил, которые определены математически, и вы можете просто, имея некоторую схему, схему базы данных, вы можете сказать, что эта схема базы данных удовлетворяет там первой, второй и третьей нормальной форме. А вот это первый, второй, третий, четвертый, пятый. Проблема в том, что на практике сами формы, проверка того, удовлетворяет база данных или не удовлетворяет, настолько сложны, что на практике программисты этим не занимаются. Это можно было бы автоматизировать, но это все равно скорее теоретический подход. На практике этот подход сводится к некоторому набору таких best practice, можно сказать, практических правил. В чем они заключаются? При проектировании желательно разбить модель данных в соответствии с сущностями реального мира. То есть просто, когда вы пытаетесь описать какую-то структуру данных, сначала просто попытайтесь представить, из каких объектов реального мира она состоит. В случае с блогами и постами это немножко не очевидно, поскольку и блоги, и посты существуют только, так скажем, в памяти компьютера. А если вы проектируете, например, базу данных ГИБДД с автомобилями, понятно, что существуют автомобили, собственно, существуют владельцы, у автомобиля могут быть номера. Если немножко поразмыслить, это зависит от предметной области. Мы можем понять, какие соотношения верны для вот этих объектов. Например, мы можем сказать, что у одного автомобиля может быть несколько владельцев, а не только один. И номер, собственно говоря, автомобиля может меняться. Это может нам дать некоторые правильные подходы. В общем и целом, чем на более мелкие части делится база данных, тем меньше избыточность данных там будет.
Выделение – это правило номер один. Логическое разделение сущности. Правило номер два. Выделение синтетических первичных ключей. Что такое первичный ключ? В базе данных первичный ключ – это некоторое число, либо строка, которая уникально идентифицирует запись, то есть строчку внутри таблицы. Внутри одной таблицы не может быть двух строк с одинаковыми первичными ключами. Что является первичным ключом для автомобиля? Можно считать, что для автомобиля первичным ключом является его номер, ну то есть номерной знак, который выдан при регистрации. Можно считать, что для автомобиля является номер его кузова, который ставится при изготовлении. На практике рекомендуется вводить синтетические первичные ключи. Что значит синтетические? Это значит, что не связанные с объектами практической области. Почему так происходит? Потому что все другие идентификаторы, они имеют тенденцию к изменению, то есть и номер кузова может быть сменен при некоторых обстоятельствах, и автомобильные номера меняются. Лучше ввести синтетический идентификатор, который не будет привязан к реальному миру, и указывать связи между разными объектами именно через эти синтетические идентификаторы. В базе данных, в принципе, может быть более одного ключа, то есть ничто не мешает вам сделать синтетический какой-то первичный ключ и вместе с тем добавить уникальный, скажем, номер кузова. Далее, если у нас есть связи между сущностями одна ко многим, многие к одной, например, страховка, кто из водителей имеет право управлять машиной. Связь многие... ну, здесь не совсем правильный пример, здесь многие ко многим. Список владельцев. У одной машины есть несколько владельцев. Бывший и актуальный. Вот такую связь нужно делать через внешний ключ. То есть, что такое внешний ключ, мы видели на предыдущем слайде. Если у нас есть связь многие ко многим, а пример связи многие ко многим хороший, это вот как раз со страховкой. У каждого автомобиля есть в данный момент времени список людей, которые могут им управлять. Ну, мы не рассматриваем там без ограничений страховку. Соответственно, каждый человек может управлять там каким-то определенным набором автомобилей, в страховку которых его вписали. Такие связи должны делаться через промежуточную таблицу. То есть делается таблица с автомобилями, делается таблица с людьми, с водителями и специальная промежуточная таблица, которая их связывает. Такое решение. Часто в данных, в таблице возникает некоторое поле, которое имеет фиксированное количество значений. Ну, в примере с автомобилями это может быть тип кузова, то есть седан, хэтчбэк и тому подобное. Здесь существует несколько разных решений. Классическая теория заключается в том, что нужно завести отдельную таблицу, в которой есть список типов кузова. И вместо того, чтобы указывать у каждой конкретной машины тип кузова, указывается ссылка на запись в таблице типов, то есть foreign key на таблицу типов. При практической разработке часто этим пренебрегают, и небольшие списки, например, список типов кузова, хранятся непосредственно в приложении, то есть не в виде базы, да, не в базе данных в виде таблицы, а в самом приложении в виде какого-то перечисления. В базе данных хранится поле с типом enum. В разных субботах они по-разному называются, но тем не менее вводятся ограничения. Итак, вот список таких хороших практик проектирования, которые позволяют избежать неоднозначности. Позже мы посмотрим, как реализован доступ к данным в фреймворке Django, и мы увидим, что
вот эти правила, они поощряются, то есть они являются естественными для фреймворка Django. Там просто сложно спроектировать данные по-другому. Теперь давайте посмотрим, как можно работать с базами данных из языка Python. Интерфейс для работы с базами данных представляет собой специальный язык. Ну, можно сказать, что это язык программирования, но он несколько неполноценный. Это язык описания и запросов к данным. SQL, Structured Query Language, язык структурированных запросов. Соответственно, протокол работы с базой, он у всех баз данных разный, но в целом он сводится к тому, что вы отправляете в базу данных запрос в виде простой строки текста, а получаете оттуда результат в виде таблицы с данными. Каким образом работа с базами данных реляционными осуществляется в языке Python? В языке Python есть стандарт, ну, локальный для языка Python, конечно. Называется он PEP 0249. В нем описано в точности, как должна быть выглядеть любая библиотека для работы с базами данных. В частности, мы будем использовать базу данных MySQL и, соответственно, библиотеку MySQLDB для работы с базами данных. Соответственно, для начала мы эту библиотеку импортируем. Она должна быть установлена на компьютере. После того, как мы импортировали, мы вызываем функцию connect. Функцию connect передаются параметры, указывающие хост, то есть машину, IP-адрес, либо доменное имя компьютера, где запущена база данных. Можно указывать порт, если не указывать, будет использоваться стандартный для MySQL. Имя пользователя и пароль. Это имя пользователя и пароль внутри самой базы данных. То есть все базы данных, поскольку предоставляют доступ к данным, они требуют авторизации. Здесь вводится логин-пароль и указывается DB. В питоне называется DB, вообще это схема. Зачем нужна схема? Дело в том, что на одном сервере базы данных может быть развернуто несколько схем для разных приложений. Поэтому, когда вы подключаетесь непосредственно к физическому серверу базы, вы должны указать, с каким конкретно экземпляром базы вы работаете. То есть там может быть база для вашего сайта, база для другого какого-то сайта, вы должны выбрать. Соответственно, логин и пароль всегда даются в привязке к конкретной базе. То есть вы должны ввести логин и пароль для доступа к конкретной схеме данной базы данных. Итак, когда произошло подключение, вы получаете объект connection. Вот здесь либо он назван DB, обычно называют connection. В языке Python с помощью этого объекта можно сделать довольно немного. То есть у него вообще говоря, мало методов. Первый метод – это курсор. Возвращает объект курсор. Метод commit, соответствующий ему rollback. В некоторых языках есть. Это методы по управлению транзакциями. То есть метод commit, в частности, позволяет вам завершить текущую транзакцию, то есть сохранить все эти изменения, которые вы делали в базе, и сделать их постоянными, записать, так скажем, в постоянное хранилище. Метод close закрывает текущее соединение. В некоторых базах данных есть такое понятие, как курсор. Курсор – это специальный объект для получения большого количества данных. То есть с помощью курсора можно получать данные последовательно, ходить по ним вперед-назад после того, как
произошла выборка, у вас появились какие-то данные на базе данных, на сервере базы, вы можете с помощью курсора по ним передвигаться. В MySQL курсоры не поддерживаются, поэтому курсор фактически не выполняет свой функционал, это просто некоторый объект для осуществления запросов в базе данных. На практике все запросы сводятся к вызову методов у объекта курсор. Какие, например, есть методы? Например, есть метод execute, это основной метод у курсора. В метод execute передается строка и дополнительный набор параметров. В строке должен содержаться SQL-запрос. Ну вот здесь мы видим. Тройные кавычки в языке Python – это тоже строка, просто поддерживает переводы строк. Удобно для форматирования многострочных всяких конструкций. Мы видим, что здесь обновляется таблица пользователей, то есть обновить таблицу пользователей, установить год на один больше для тех пользователей, у которых имя равняется op. Вот такая конструкция. Вот вместо %s будет подставлена вот эта переменная. Зачем так делать, мы поговорим дальше. В принципе, можно делать запросы без подстанов, без таких подстановок. Например, если вам нужно выбрать всех пользователей, вы можете сделать просто запрос select звездочка from таблица users. Вот. Если произошла какая-то ошибка, метод execute выбросит exception. Списки эксепшенов необходимых описаны в стандарте PEP, про который мы говорили. То есть, если вы хотите как-то обработать ситуацию с базой данных, вы можете перехватить этот exception и что-то сделать. Хорошо, мы выполнили запрос, exception не произошло, значит, база что-то выполнила. Теперь мы хотим получить данные. Для этого используются методы, например, fetch all. Получают все строки сразу. Этот метод стоит использовать, когда вы знаете, что в результате запроса будет не очень большое количество строк. Потому что все строки загружаются в память языка Python. Если их слишком много, может произойти переполнение. Если строк мало, можно делать fetch one. Fetch one загружает одну строчку. Ну, естественно, что из базы данных читаются не по одной строке, а читаются большим куском, но в язык Python возвращается именно одна строка. Есть специальный метод executeMany, который позволяет использовать prepared statement, так называемый. Некоторые базы позволяют один раз разобрать запрос и потом его выполнять с несколькими параметрами повторно. Например, мы хотим вставить данные в таблицу пользователей. Это делается с помощью оператора insert в языке SQL. Указывается таблица, какие поля и какие значения. В принципе, мы можем в цикле вызывать эту конструкцию просто с помощью команды execute. Проблема в том, что на каждое такое обращение сервер базы данных, он заново анализирует запрос, заново проверяет права доступа, на это тратится время. Быстрее использовать prepared statement, вот такую конструкцию. В этом случае запрос, если база данных это поддерживает, будет разобран один раз, а потом выполнится несколько раз с указанными вот здесь данными. После того, как запрос выполнился, делается операция commit и соединение закрывается в нашем случае. Теперь про placeholders.
Зачем нужно использовать вот такого рода конструкции? Вариант номер один, мы можем вообще просто в метод execute у курсора передавать запрос, то есть собирать запрос в одну строку и передавать его целиком, как это сделано в первом примере. Этот подход не очень хорош, потому что он оставляет возможность для так называемых SQL-инъекций. Мы должны точно знать, что у нас находится вот в этой переменной, что там находится именно строка, и это строка правильного формата, то есть это e-mail. Если мы не можем этого гарантировать, например, если e-mail отправляется к нам через форму по протоколу HTTP, пользователь может ввести в принципе любую строчку. Если мы не делаем валидацию, то, например, пользователь может ввести вот такую конструкцию. Если мы подставим эту конструкцию на место переменной e-mail, то мы получим, что у нас совершенно неправильный запрос получается. Ну вот, например, здесь. Да, у нас получится запрос выбрать все из таблицы пользователей, где e-mail равняется пустой строке. Вот кавычка и вот кавычка. Либо 1 равняется 1. 1 равняется 1 – это условие истинно всегда. Поэтому фактически данный запрос выберет всех пользователей. А выбрать всех пользователей – это плохая идея, потому что если мы выводим их на страницу, пользователь может вдруг увидеть не те данные, которые для него предназначались. И даже если мы не выводим, и пользователь не увидит, что у нас хранится в базе, этот запрос он очень сильно нагрузит базу данных, потому что придется поднять всех пользователей из таблицы, загрузить. Вместо этого, вместо того, чтобы склеивать запрос из строки, база данных, точнее не база данных, а библиотеки для доступа к базам данных представляют функционал плейсхолдеров. В SQL-запросе встречается специальная конструкция. Вместе с SQL-запросом передается в данном случае 1, а можно передавать tuple, ну вот, например, вот так вот. Если нужно несколько, то несколько в этом тапле передается. Несколько параметров, которые подставляются на соответствующие места. При подстановке происходит квотирование, либо escaping. То есть все опасные символы, а в данном случае опасным символом был одинарная кавычка. Все опасные символы, они заменяются на безопасные. То есть, если у вас одинарная кавычка будет, она будет заменена на backslash одинарную кавычку. Это гарантирует, что вот здесь строчка не разорвется. И у вас будет корректный SQL-запрос, который делает то, что от него и ожидалось. Использование плейсхолдеров является очень хорошей практикой, а их неиспользование ведет к потенциальным ошибкам безопасности, то есть уязвимостям. Надо отметить, что, несмотря на эту хорошую практику, не всегда есть возможность использовать плейсхолдеры. Плейсхолдеры можно использовать в тех местах, где предполагаются значения, то есть там, где вы хотите указать значение. В некоторых случаях вам нужно собрать SQL-запрос так, чтобы переменная попала в то место, где хранится не значение, а что-то другое. Допустим, у вас есть две переменные. Переменная field, переменная val. И вы хотите же сделать такой запрос, в котором вот здесь вот стоит field, а вот здесь вот стоит val. Ну, то есть запрос по произвольному полю. А вот на место поля подставлять placeholder нельзя. Вам нужно либо, ну, по крайней мере, это не сработает в MySQL, и, скорее всего, в других базах не сработает так же. Вам необходимо вручную заэскейпить field, либо проверять, что в этой переменной содержатся именно те данные, которые вы ожидаете. Например, только символы латинского алфавита и не длиннее, скажем, там, 10 символов.
Такие проверки обеспечат вам безопасность выполнения SQL-запроса. Итак, как мы видели, доступ к базе данных в языке Python в принципе довольно примитивный. Получили соединение, создали курсор, далее у курсора вызываем функцию execute, передаем запрос, получаем данные. А вся остальная сложность ложится, в общем-то, на программиста, то есть правильно сформировать запрос, выбрать, не ошибиться с названиями таблиц и привести данные в необходимый ему вид. Тем не менее, прямой доступ к базе, он иногда бывает очень полезен ввиду того, что не выполняется лишнего кода, он проще и быстрее работает и позволяет писать сложные SQL-запросы. Однако на практике при разработке веб-приложений большая часть запросов, процентов 70-75, они на самом деле являются очень простыми типовыми запросами, как то загрузить одну строчку из таблицы, обновить одну строчку, добавить новую строчку, там, либо загрузить строку из двух таблиц, соединить их по внешнему ключу. И таких запросов большое количество. Поэтому в веб-фреймворках и в Django в том числе используется специальный подход, называемый ORM, Object Relation Mapping. Этот подход позволяет вам минимизировать количество кода, который вы пишете, SQL-кода, SQL-запросов, для простых, для типовых операций с объектами, которые вы храните. Тем не менее, все равно иногда бывает необходимо выполнить сложный SQL-запрос, каким-то образом очень хитро выбрать данные, использовать синтаксис, который работает только в какой-то конкретной базе данных. И в таком случае необходимо получить прямой доступ из фреймворка. Давайте посмотрим, как это можно сделать, как можно выполнить сырой SQL-запрос из Django, а потом перейдем к рассмотрению непосредственно библиотеки ORM, которая идет в Django. Итак, получить прямой доступ к базе довольно просто. Есть для этого две специальных переменных: DjangoDB Connection и DjangoDB Connections. Первая переменная представляет собой соединение connection с дефолтной базой данных. То есть обычно Django проект начинается с того, что у него сконфигурирована одна база данных. Она это база данных по умолчанию. Часто этим проекты ограничиваются, поэтому есть такая переменная, в которой содержится соединение с вашей основной базой данных, с дефолтной. Соответственно, вы импортируете эту переменную и дальше с ней работаете так же, как с обычным соединением MySQL-DB, который мы рассмотрели на предыдущих слайдах. Получаете курсор, делаете вызов execute. Здесь надо понимать, что вот в этом месте вы работаете не с библиотекой MySQL-DB. По факту курсор и connection – это некоторые обертки над стандартными объектами. То есть это обертки, которые предоставляет Django. Но основные вызовы у них сохранены и синтаксис сохранен. То есть вы также можете вызывать execute, передавать дополнительные параметры. Это все работает точно так же. В случае, когда у вас несколько баз данных в проекте, тогда в вашем файле настроек в settings.py у вас указано несколько соединений. У каждого соединения есть имя. База данных по умолчанию обладает именем default. Допустим, у нас есть еще какая-то другая база данных. В конфиге мы ее записали под именем another, другая. Тогда в переменной connections, то есть s на конце, содержатся все соединения со всеми базами данных. Мы можем работать с connections как со словарем. То есть мы видим, что мы просто по названию соединения получаем, по названию получаем соединение с конкретной базой данных. Например, вот эта вот конструкция аналогична тому, что мы делали раньше. То есть мы получаем соединение с базой данных, выполняем запрос.
Вот здесь мы выполняем уже запрос к другой базе данных. Вот, в общем-то, таким образом мы можем получить возможность выбрать данные из базы напрямую, минуя библиотеку Django RM. Теперь давайте рассмотрим, что представляет собой библиотека Django RM и для чего она нужна. Для начала полезные утилиты, которые могут помочь с экспериментами при работе с библиотекой. Django RM в терминологии Django называется, кстати, Django Models ORM. Это более общее название всех таких библиотек. Конкретно в Django она называется Django Models. Итак, 4 команды, которые помогут вам в разработке ваших моделей. Команда validate, managepy validate. После того, как вы описали структуру моделей, с помощью этой команды вы можете произвести валидацию. То есть проверить, что все модели описаны корректно, что нет никаких логических ошибок. То есть понятно, что синтаксические ошибки проверяет язык Python. Эта команда проверяет некоторые логические ошибки. Ну и синтаксические, конечно, в том числе, потому что модели загружаются в память. Если они не работоспособны, команда не сработает. Вторая команда – SyncDB. Команда SyncDB позволяет вам создать таблицы. Она используется при первоначальном деплое приложения. Модель данных в Django определяется именно с помощью моделей, то есть с помощью специальных классов, а не с помощью таблиц в базе. То есть таблицы – это, в общем-то, в идеологии Django они вторичны. Для того, чтобы создать таблицы по имеющимся моделям, используется команда SyncDB. Она создает таблицы в базе данных. Она работает один раз, то есть она не умеет изменять таблицы, она только создает с нуля. Команда SyncDB используется, например, когда вы установили себе какое-то новое Django-приложение, то есть новый модуль в проекте появился, и вы хотите создать для него таблицы. Команда shell, она полезна не только для моделей. Эта команда запускает интерпретатор Python в интерактивном режиме. В интерактивном это значит, что вы можете вводить конструкции, инструкции языка Python, и они будут выполняться. При этом у вас уже загружена инфраструктура вашего проекта, то есть загружен файл с настройками, инициализировано окружение Django, вы можете импортировать ваши модели и напрямую с ними работать. То есть это более удобный интерпретатор Python. Интерпретатор Python, который при старте еще инициализирует окружение вашего проекта. DB Shell. DB Shell – это способ запустить клиент базы данных. В принципе, ничего не мешает вам рядом в консоли запустить обычный клиент базы данных. Например, для MySQL это команда MySQL. Но вам нужно будет каждый раз вводить пароли, указывать адреса серверов. Соответственно, DB Shell позволяет всего этого избежать, поскольку он читает их из конфига Django. Это удобный способ запустить именно клиент с определенной базой, на которой настроен ваш проект. Итак, эти команды мы будем использовать для экспериментов. А теперь давайте перейдем к Django ORM. Библиотека ORM расшифровывается как Object Relation Mapping. Это библиотека, которая предоставляет объектно-ориентированный доступ к корреляционной базе данных. Такие библиотеки есть в разных языках. В Django это часть фреймворка, называется она Django Models. Давайте установим соотношение между терминами SQL и терминами, которые предоставляет ORM, Django Models. В SQL, то есть в базах данных, мы оперируем понятием таблиц. Каждая таблица в SQL соответствует класс модели. Ну, почти каждый. То есть модель. Одна модель в Django – это одна таблица в SQL. Причем имеется в виду класс модели. То есть таблица
каждая таблица в проекте Django представлена в виде отдельного Python класса. Соответственно, строка таблицы, например, это запись про какую-то одну машину, представлена в виде объекта этого класса, то есть объекта модели. А запрос, SQL-запрос, соответствует, ну, приблизительно соответствует специальному объекту QuerySet. Про QuerySet мы поговорим отдельно. QuerySet – это такие объекты, которые соответствуют запросу, представляют собой запрос к базе данных. Причем не результат, а именно сам запрос. Давайте посмотрим, как бы в чем отличие на практике использования сырого SQL от использования модели. Первый сниппет – это сырой SQL. Все понятно. Мы передаем запрос в виде строчки, и потом проходим в цикле по всем результатам. Каждый результат мы распаковываем просто вот как, то есть переменная user у нас здесь это либо список, либо tuple, скорее всего tuple, нечто, что можно распаковать, представить в виде последовательных значений. Мы распаковываем, получаем конкретные значения, которые были в строке, и выводим второе. Вот как тот же код выглядит с использованием ORM. Что здесь важно, в чем отличие? Во-первых, мы не используем курсоров и не используем соединений. У нас есть некоторый класс, класс User, который определяет таблицу. Именно с этим классом мы и работаем. То есть мы используем мы используем выражение на языке Python, во-первых, а не на языке SQL. И мы используем объектно-ориентированное программирование здесь. Класс User. Далее, мы каким-то образом отфильтровали пользователей, у которых возраст больше 18 лет. А в ORM для этого используется специальный вызов метода. Причем мы видим, что аргументы особого вида. То есть мы указали, что мы выбираем по полю age и специальный суффикс gt, больше. Ну и, собственно говоря, указали 18 число. То есть условия, которые в SQL пишутся в виде строки, в Django ORM пишутся с помощью вызовов специальных методов. Ну, итерация по результатам выглядит примерно так же, только вот здесь, если у нас переменная, в первом случае, если переменная user была таплом питоновским, то есть просто списком из трех значений, здесь переменная user – это объект модели. Объект модели класса user, большой буквы. Соответственно, вот здесь вот мы обращаемся к свойству этого объекта. Ну, вот, в общем-то, примерное сравнение, как выглядит код с сырым SQL и с использованием ORM. На первый взгляд кажется, что с использованием ORM он несколько короче выглядит. Надо сказать, что это не всегда так. Для простых запросов короче, для сложных, наоборот, получается несколько более громоздко. Так, теперь давайте посмотрим, как, собственно, определяются модели, как описываются отдельные классы моделей в языке Django. Рассмотрим это на примере модели POST. Во-первых, модель – это класс. Это класс в терминологии Python. И не просто класс, а который наследуется от специального класса Django DB Model. Вот переменная Models здесь не написано, а она получается вот таким образом. From Django. From Django.db import models. То есть мы импортируем вот модуль, питоновский модуль models, и создаем новый класс, наследуясь от класса models.model. Это важно, иначе у нас будет просто питоновский класс, а не модель.
Внутри этого класса мы определяем поля. Например, вот таким образом. Title равняется models char field. Определение поля для класса Python — это свойство. Определение свойства таким образом аналогично определению колонки в таблице. То есть мы говорим, что у объекта модели будет такое свойство, а в таблице, соответственно, будет специальная колонка. Когда мы определяем свойство, либо колонку, мы можем задавать всякие различные опции. В данном случае мы задаем максимальную длину строки. В языке SQL есть также опция при создании таблицы maxLength, которая указывает, какой длины она может быть. Вот здесь мы видим, что у нас, к примеру, создано три поля: заголовок, содержимое и дата создания. Дата создания класса DateTimeField, то есть в базе данных она будет храниться как DateTime, а когда этот объект будет загружен в язык Python, это будет экземпляр специального класса DateTime. То есть он превратится в питоновский объект в специальном представлении. Blank означает, что могут быть пустые данные. Помимо определения разного рода полей в модели могут быть методы. Вот здесь определены два метода. Методы – это, так скажем, те операции, которые можно осуществить с одним объектом данной модели. В частности, вот подчеркивание Unicode вызывается питоном, когда объект пытаются превратить в строку. Например, при его печати с помощью оператора print или при склеивании с другой строкой. Мы говорим, что когда мы данный объект пытаемся превратить в строку, нам нужно использовать его название. Это позволит нам посты объекта класса post легко преобразовывать в строки. Далее, getAbsoluteURL. Этот метод не обязателен. Он позволяет построить путь к объекту. Зачем это нужно? Очень часто в шаблонах вам приходится построить URL к объекту, конечно, на страницу отображения какого-то определенного объекта, например, на страницу отображения одного поста. Вариантов мы говорили уже довольно много, то есть мы можем каждый раз в шаблоне записывать этот URL, либо мы можем использовать специальный реверс-раутинг для построения этого URL, либо хороший вариант – это вызывать метод объекта, который уже вернет необходимый URL. В данном случае URL строится просто склеиванием из строк, но реверс-раутинг здесь также можно использовать. Итак, в моделях могут быть методы. Эти методы применяются именно к одной строчке таблицы, то есть к одному экземпляру модели. Например, в моделях не пишут методы для выборки данных. Помимо этого, внутри модели может быть специальный класс мета. Класс мета – это задание различных опций модели. То есть это настройки данной модели для того, чтобы Django RM, то есть Django Models, знала, как ее сохранить. В частности, например, можно задать опцию DBTable и сохранять модель в указанную таблицу. По умолчанию имя таблицы выбирается на основании имени приложения и имени модели. Например, если у нас модель называется Post, вот ее имя Post, а приложение называется Блок, то таблица будет называться Блок Post с подчеркиванием. А если у нас таблицы, так скажем, не зависят от нашего приложения, то есть они используются какими-то еще приложениями, либо нам достались от предыдущей системы, нам может понадобиться использовать
другие названия таблиц. Для этого вот есть опция DBTable. Опция Ordering указывает сортировку по умолчанию. То есть все запросы, которые будут к данной модели, они будут по умолчанию сортироваться по вот указанному полю, если вы явно не укажете другое. Вот, в общем-то, таким образом выглядит одна модель на языке Django. То есть, одна модель в проекте на Django. Какие типы полей используются в языке Django? В фреймворке Django, язык Python. Давайте посмотрим некоторые примеры разных полей и во что они превращаются в базе данных MySQL. Вообще нужно заметить, что библиотека ORM, одно из ее преимуществ по сравнению с использованием сырого SQL заключается в том, что она предоставляет слой абстракции от конкретной базы данных. То есть вы описываете вашу структуру и делаете запросы на языке, который не зависит от какой-то конкретной базы данных. У разных баз, у них синтаксис языка SQL немного отличается. Поддерживаемые типы данных тоже немного отличаются. И если вы хотите сделать ваше приложение независимым от базы, вы можете использовать модели. Мы вот будем рассматривать MySQL, довольно популярная база данных, и будем рассматривать классы полей. Еще раз посмотрим на предыдущий слайд, где указываются классы полей. Вот. При описании конкретного поля вы создаете экземпляр класса поля определенного вида, то есть models, date, field и так далее. Какие бывают классы полей, типы полей? Char field. Char field – это строковое поле небольшой длины, так скажем. В базе данных это соответствует типу varchar. Нужно заметить, что в Django это не единственное поле, которое соответствует типу varchar. Например, есть специальное поле email field. С точки зрения базы, email, в общем-то, от другой строки ничем не отличается. Это также одна строка. Но в Django для email заведен отдельный тип поля. Почему это сделано? Дело в том, что поля в Django – это не просто описание полей в таблице. Вместе с полями, с описанием полей идет всякая дополнительная информация. В частности, в Django есть система валидации, которая позволяет проверять правильность, корректность данного поля еще до записи в базу. И если вы указываете поле как email field при попытке создания записи в базе, будет проведена проверка, что поле действительно является валидным email. Хотя, как и другие виды полей, char field'ов, например, email field будет храниться в базе данных с использованием varchar. Далее. Есть text field. Text field соответствует long тексту в базе. Text field – это длинное поле, то есть, в принципе, та же самая строка, только неограниченная с практической точки зрения длины, то есть там гигабайты данных могут быть. Boolean field. Boolean field соответствует MySQL типу bool, либо в MySQL он приводится к тайне int. Integer field – это обычное целое число, соответствует int. Давайте отметим два типа – date field и date time field. В MySQL, соответственно, есть типы date и date time. Это неудивительно. Во всех базах данных есть специальные типы для работы с датами. Но когда вы пользуетесь базой данных, пытаетесь ввести туда дату, либо пытаетесь получить оттуда дату, даты передаются как строки в определенном представлении. В частности, в MySQL формат дат
примерно вот такой вот формат ISO. А сначала это дата, то есть год, месяц, день. А через пробел, возможно, время. Часы, минуты. Возможно, секунды. Но так или иначе, если вы используете сырой SQL для работы с базой, при загрузке данных вы получите строку, содержащую вот такой вот примерно вид для MySQL. Если вы используете ORM и у вас есть поля типа date field и date time field, вместо строки вы получите в языке Python уже объект. То есть, загрузив данные из базы с помощью ORM, вы получите объект, соответственно, date time date, это для даты, и date time это для времени. То есть ORM берет на себя обязанность за преобразование данных, которые хранятся в базе, при загрузке внутрь фреймворка, за преобразование этих данных в правильный, удобный для работы с ними вид. При создании полей можно указывать разные свойства. Давайте посмотрим на класс модели, где они у нас указаны. А свойства указываются вот здесь вот, как опции для конструктора. То есть мы создаем новый объект поля и конструктору передаем некоторые опции. Какие опции есть в Django? Опций довольно много, полный список можно получить в документации по Django. А здесь вот я привел наиболее такие популярные. Начнем с поля blank. Blank означает, с опцией blank, она означает, что поле может быть пустым. Что значит пустым? Пустым с терминологии, с точки зрения языка Python. Например, в нем может содержаться переменная вида none. Если опция blank стоит, тогда Django не будет ругаться при валидации. Если опции blank не стоит, то в поле должно быть какое-то значение. То есть, например, для char field'ов это должна быть пустая строка. Ну, итак, blank позволяет полю быть пустым. А опция null, она актуальна для пустых полей, она показывает, как это пустое поле будет храниться в базе данных. В принципе, в базах данных есть специальный тип данных, называется null. Точнее, не специальный тип данных, это специальное значение. Оно может быть в любом типе данных. Но некоторые базы, например, MySQL, позволяют хранить пустые значения двух видов. Это может быть либо null, либо некоторое значение по умолчанию. То есть вы можете в MySQL хранить пустую строку как null, либо как строку из нуля байт. Пустую дату вы можете хранить либо как null, либо как нулевую дату. Вот эта опция указывает, как именно пустые записи нужно хранить в базе данных. Max length, ну это понятно, это максимальная длина поля, актуальна для char field'ов, то есть для текстовых полей. Primary key указывает, что данное поле является первичным ключом. Мы говорили, что желательно у каждого при проектировании базы, у всех сущностей создавать синтетические первичные ключи, то есть не привязанные там, к каким-то реальным атрибутам. И Django, в принципе, так и делает. Вот если мы посмотрим на модель POST, мы увидим, что мы вроде бы используем какой-то self-pk, то есть очевидно, что у объекта есть идентификатор,
но среди полей его нету. По умолчанию Django добавляет к списку полей поле ID. То есть для каждой модели Django создает специальный синтетический идентификатор. Это просто идентификатор, который будет автоинкрементом автоматически увеличиваться при вставке новых объектов. Если же мы все-таки хотим вместо синтетического вот этого поля ID использовать другое поле в качестве идентификатора, мы можем это поле описать и для него назначить опцию primary key. Это позволяет выбрать именно первичный ключ в данной таблице. Опция unique. Опция unique просто позволяет сделать уникальный ключ. Скажем, если у вас есть список сотрудников какой-то конкретной организации, у них может быть primary key – это их внутренний идентификатор организационный, а unique – это номер паспорта. То есть на всех сотрудников ссылаются по какому-то внутреннему идентификатору, например, по логину, а поле паспорта отмечено как unique, чтобы не было дубликатов, к примеру. Опция db-index позволяет указать, что для данного поля нужен индекс в базе данных. Индекс – это структура, которая позволяет быстро искать по полю. Здесь хороших таких silver bullet, так скажем, серебряных пуль в создании индексов нету. То есть, когда вы создаете индексы, вы должны понимать, для каких колонок вы их создаете и нужны они для этой колонки или нет. То есть создание индексов, оптимизация запросов – это отдельная тема вообще к вопросу про базы данных. Мы просто отметим, что в Django можно создать индекс по одной колонке с помощью опции db-index. Значение default задает значение по умолчанию для данного поля. Причем оно задается на уровне языка Python. Не только как запись, базы данных предоставляют такую возможность в таблицах указывать дефолтные значения. Опция default, она позволяет вам указывать на уровне языка Python. Например, вы можете указать функцию в качестве default, можете указать некоторую функцию. И эта функция будет вызываться каждый раз, когда необходимо задать дефолтное значение и подставлять дефолтное значение. Например, текущее время по какому-нибудь странному часовому поясу. Опция Choices. Опция Choices позволяет задать варианты значений. Если вы хотите ее использовать, то вы должны создать примерно вот такую вот конструкцию. Список и в списке варианты. Например, для машин S седан, H хэтчбэк, ну и так далее. То есть это варианты значения для какого-то поля. В данном случае мы предполагаем, что поле — это тип кузова. Вот эта переменная хранится в базе, то есть просто один символ, при этом поле должно быть char field, а вот это будет выводиться на сайте, в частности в админке. Итак, мы посмотрели, какие есть свойства у полей, на самом деле их намного больше, и свойства используются не только для задания свойств колонок в базе, в таблице, в базе данных. Свойства, которые вы указываете у полей в модели, используются также самим фреймворком для построения всяких интерфейсов, например, для построения админки. То есть в этих свойствах хранится метаинформация о ваших моделях, которая в базе может и не храниться. Следующая важная функция, которая предоставляется Django моделями, это связи между моделями. Связи соответствуют связи между таблицами в базах данных. Как мы говорили,
в базах данных есть внешние ключи, но это не обязательно. Внешние ключи – это ограничение. Связи между таблицами могут существовать и без внешних ключей. То есть связь – это чисто логическое соотношение, когда вы в одной таблице делаете ссылку на строчки из другой таблицы. Как связи между моделями задаются в языке, в фреймворке Django, в языке Python? Итак, рассмотрим продолжение нашей модели POST. Это класс. Сначала у нас задаются непосредственно поля, которые будут соответствовать каким-то таблицам, будут в них содержаться значения. А потом мы задаем три поля специального вида, которые являются связями. Связи в Django Models создаются в виде полей специального типа. Foreign key, one-to-one field и many-to-many field. Ну, то есть, в отличие от обычных полей, например, char field, вот эти три поля, они обладают специальной семантикой, они создают связь между разными моделями. В частности, если мы создаем поле категории, в виде foreign key, мы указываем модель, на которую ссылаемся. Вот категория здесь, в этом описании, категория – это имя класса. То есть предполагается, что у нас есть класс POST, и где-то выше по коду есть класс категория. Мы его импортировали from там. Если этот класс вообще в другом модуле лежит, если он лежит в данном модуле, его импортировать не нужно. Импортировали этот класс и ссылаемся на него с помощью models foreign key. У модели мы также задаем различные опции, например, null равняется true, означает, что данная ссылка, то есть данное поле может быть пустым, у поста может быть не задана категория. Специальная опция onDelete. onDelete это опция, которая показывает, что делать с постом при удалении категории. Ну, эта опция полностью отражает функционал внешних ключей, которые существуют в базе данных. Давайте сразу поговорим про это. В базах данных при задании, при указании внешних ключей, то есть foreign key, позволяется задать одну из четырех опций. Что нужно делать при удалении строчки, на которую вы ссылаетесь? То есть в данном случае у нас есть пост, который ссылается на какую-то категорию. То есть он принадлежит какой-то категории. Что делать, когда эту категорию удаляют? Есть четыре варианта. Restrict. Restrict означает, что база данных отклонит это удаление, то есть она сообщит об ошибке, что нельзя удалять категорию, на которую кто-то ссылается. Cascade означает, что все посты с данной категории удалятся вместе с ней. Каскадное означает, что все, кто ссылаются на эти посты, также удалятся. Имеется в виду, ссылаются по внешним ключам в базе данных. SetNull означает, что у поста просто в том месте, где ставится ссылка на базу данных, будет проставлено null значение. То есть пост не будет ссылаться ни на какую категорию. В том месте, где пост ссылается на удаляемую категорию, появится null. Ну и в частности no action не предпринимать ничего. Оставить все на откуп базе данных. А в Django вот эти все опции называются несколько по-другому. Например, restrict называется protect. SetNull называется вот таким вот образом. То есть noAction называется do nothing. Это используется не очень часто, потому что в приложениях объекты редко удаляются. Они чаще помечаются как удаленные специальным флажком, но на всякий случай оставляются. Итак, это foreign key позволяет задать связь
один ко многим. То есть одной категории соответствует множество постов. Далее. В некоторых случаях необходимо задать связь один к одному. Представим, что по каким-то причинам мы для каждого поста создаем отдельный объект, в котором хранится его статистика. Статистика этого поста. Количество показов, еще что-то. Либо, возможно, для каждого поста существует ровно один черновик. В таком случае связь у нас в базе данных один к одному. Один к одному. Если foreign key – это связь многие к одному, то есть одна категория, множество постов, то one-to-one field – это связь один к одному. Здесь все примерно так же, как с foreign key. То есть создается новое поле, указывается модель, с которой мы связаны, и готово. В некоторых случаях связь вида многие ко многим. Например, связь между постами и тегами. У каждого тега может быть, у каждого поста может быть там 2, 3, 4 тега. Ну и, соответственно, у тега может быть множество постов. В таком случае заводится специальное поле many-to-many field. Указывается модель, с которой мы связаны. Теперь давайте посмотрим, как вот такая структура в языке Python будет представлена в базе данных. То есть, когда Django вот эту модель переместит в базу данных, в какую структуру таблицы она превратится. Итак, вот таблица, соответствующая нашей основной модели. Это таблица с постом. Обратите внимание на название таблицы блок подчеркивание пост. Предполагается, что все наши модели, они находятся в приложении, в Django приложении с именем блок. Мы помним, что у поста есть поле категории. Вот смотрите. Называется просто категория, которая является внешним ключом на объект категории, на модель категории. В базе для этого заводится foreign key. Причем в таблице появляется поле category ID. Не category, а category ID с подчеркиванием. В нем хранится ID-шник категории из таблицы категорий. Все просто. В случае с связью один к одному мы назвали поле статус. У нас в базе появилось поле статус ID, которое является внешним ключом на таблицу статусов. Но при этом на поле еще добавился уникальный индекс. То есть у нас не получится создать две записи в таблице блок, которые ссылались бы на один статус. То есть one-to-one field – это foreign key плюс ограничение уникальный индекс. Далее. Самое интересное – это many-to-many field. Мы назвали поле tags. То есть поле tags – это связь многие ко многим. Но в таблице блога ничего не появилось. То есть связь многие ко многим в Django в соответствии с хорошими практиками в проектировании сделана через отдельную таблицу. Django создает отдельную таблицу, для которой нет модели, соответствующей ей. В этой таблице она называется по названию тех моделей, которые она связывает. Смотрите, у нас модели называются post и tag. Они связаны многие ко многим. Соответственно, создается таблица post-tags. И внутри нее два поля, которые одно ссылается на посты, другое ссылается на теги. Таким образом, все наши соотношения между моделями будут представлены в базе данных. Еще раз, если это поле foreign key
то оно, соответственно, представляется в виде foreign key. Если это one-to-one field, один к одному, то это foreign key и плюс уникальный индекс, то есть ограничение уникальности на поле. Если это many-to-many field, то создается новая промежуточная таблица. Это так выглядит в базе. Каким образом отношения можно использовать в коде на языке Python? Давайте пройдемся по этому примеру. Здесь просто приведены некоторые вызовы. Начнем с того, что мы загружаем некоторый объект пост. То есть мы загружаем просто один пост из базы данных. Далее, если мы обращаемся к свойству категории загруженного объекта, мы получаем объект модели категории. То есть результат это будет не ID-шник, то есть не число, которое хранится в базе, а сразу модель, сразу объект. Это удобно для того, чтобы переходить по связям, например, когда вы отображаете на странице поста, вы хотите сразу показать его категорию, и не просто число, а, допустим, название и сколько там постов в этой категории, например. А что делать, если вы хотите получить не саму категорию, а именно ее номер? В таком случае вы обращаетесь к свойству категории ID. Заметьте, что этого свойства в первоначальной модели не было. То есть в первоначальной модели мы описывали только свойство категории. А Django Models генерирует автоматически такие свойства для того, чтобы вы могли получить идентификатор. То есть смотрите, когда вы обращаетесь к свойству по тому имени, которое указано в модели, вы работаете с объектами. Когда вы обращаетесь к свойству по тому имени, которое сохранено в базе, вы работаете с сырыми данными. Так, это у нас использование foreign key. Использование one-to-one field ничем не отличается. То же самое, обращаетесь по названию поля, получаете объект статус. Обращаетесь по названию поля в базе, статус ID, получаете число. Все точно так же. А вот с полем многие ко многим дело обстоит сложнее. Вы не можете сразу получить объект, потому что их может быть много. А поэтому, когда вы обращаетесь к полю по его названию, вы получаете специальный объект класса Related Manager. Related Manager – это специальный объект, который позволяет вам работать с множеством, в данном случае тегов, связанных с конкретным данным постом. Например, вы можете вызвать у этого объекта метод all. Ну, в полном виде это вот так. Сначала получаем объект, потом вызываем метод all. Результат такого вызова вернет вам массив объектов тегов. Помимо того, что вы получаете список всех тегов, вы можете с помощью Related Manager делать некоторые другие вещи, например, добавлять. Но об этом мы поговорим позже. Помимо того, что конкретно этой модели, у которой мы описывали данные связи, то есть вот здесь речь идет про модель POST, у нее появились некоторые возможности. Например, мы описали связь с категориями, мы можем загружать сразу объект категории. Django автоматически генерирует методы в связанных моделях. То есть, если у нас модель POST связана с помощью foreign key с моделью категории, то в модели категории появится специальный метод POSTSet. Это тоже метод POSTSet, свойство, оно возвращает тоже Related Manager. Это множество всех постов, связанных с данной категорией. Ну и вызвав у него метод all, вы можете получить список этих постов. Ну, кстати, он может быть большой. Также и для тегов. Для тега, для модели тега, неявно создается свойство postSet. У него также можно вызвать метод all. И таким образом получить
доступ к списку всех постов, связанных с данным тегом. Таковы основные возможности Django Models в задании структуры таблиц. Еще раз повторимся. Каждая таблица соответствует отдельному классу Django Models. В этом классе задаются поля с помощью создания объектов, например, char field, либо других типов полей. И между моделями создаются соотношения с помощью специальных типов полей foreign key, one-to-one field и many-to-many field. Создание этих полей приводит к созданию в базе данных либо внешних ключей, либо промежуточной таблицы. Ну и использование, каким образом происходит использование полей, мы видели вот в этом примере.